Паучок забился, ждет, когда обессилит добыча, он к ней приползет. Он уже пытался, но не мог справиться. Добыча сильная еще. Дилемма, да? Помочь или это естественный ход природы? Бьется за жизнь. Всеми силами, молодец. Он цепляется, понял, надо вытягивать, тянуть. Вон и паучок появился. Убегает добыча. Вон он справа, паучок, видите? Но ничего не может поделать. Добыча приняла верный ход. Он освобождается. Представляете, насколько для него прочная паутина, что он уже столько прополз и не может ее порвать. Давай, давай, у тебя получится. Паучок к ней теперь подбирается. Смотрите, видите? Упускать он жертву не хочет. Давай, давай, чуть осталось, молодец. Вырывайся, ползи дальше. Паучок убежал. Смотрите, насколько длинная паутина. Ребята, он ее все-таки порвал, он молодец. Он воин. Сегодня праздник, жизнь на его стороне. Надо ему помочь паутинку снять с лапки. Давайте мы ему поможем, спустим его на землю. Все, таракашка спасена. Паутинку я снял с лапки, молодец. Он как истинный боец сражался за жизнь. Вот он, наш победитель. Как удивительна жизнь. Так интересно наблюдать. Конечно, в любом случае бы я помог. Бывают же силы внешние, непреодолимые силы. Ну, наверное, по отношению к нему бы я выступил как именно такая сила в помощь. Но вот видите, он сейчас оживет, расправит крылышки и собирается уже улететь. Наверное, он сейчас счастлив, переводит дух и снова готовится дальше жить. Жизнь прекрасна. Всем самого наидоброго, наилучшего. До встречи, мои хорошие. Он великолепен. Просто чудесен. Дар природы, как солнышко, правда? Лучиками светит. Да. Какая красота.
попробуй понюхай. Понюхай. Не очень. Не пахнет? Вкусно пахнет, но пахнет. Пахнет, но не очень вкусно. Ну почему? Оригинальный такой запах, полевой.